Друзья мои, всех приветствую! Это своеобразный ролик-лайфхак. Как поймать любую курицу, даже самую быструю, любого петуха, даже самого активного, за 2 секунды. Итак, пожалуйста, если вам нужно что-то сделать с курицей, не нужно тратить свою энергию и показывать окружающим свою ловкость днем. Просто дождитесь сумерек. У кур наступает, и у петухов, конечно же, так называемая куриная слепота, и они начинают плохо видеть. Им нужно быстренько забраться на свой насест, где они будут ночевать. Обратите внимание, наши курочки ночуют на улице, где-то с мая по октябрь. Мы делаем это намеренно, для того, чтобы санитарное состояние курятника было более, более эстетичное, скажем так. И если нам нужно окольцевать курочку или опрыскать ее чем-то, например, средством от пироеда, мы просто дожидаемся вечера и подходим. И делаем это буквально за 2 секунды. Берете любую курочку, можете даже засечь время. Я ее поймаю даже за 1,5 секунды. Итак, вот курочка, к примеру, она мне нужна. Я спокойно к ней подхожу. Тем более, друзья мои, если вы ласковы к своим курам, если они вас знают, то они, конечно же, вас не пугаются. Мы берем курочку и аккуратно, с уважением птицы, ее снимаем. Вот курочка. Делаем с ней все, что угодно. Можем даже ее погладить. И аккуратно ставим или сажаем на место. Задержим 2 секунды. Все. Нужна еще курочка. Они такие все, все-таки напряглись, что он с нами будет делать. Можно снять ее за ножки. Она даже может немножечко помотать крыльями. Но ничего страшного. Все, все. Мы успокоились. Спокойненько, спокойно. Хозяина она знает. Все, вот, производите окольцовку. Производите обработку пера, производите обработку клюва. И, соответственно, курочка дальше идет ночевать. У нас есть белые курочки. Иди ко мне, мой хороший, иди. Вот он, Hysax White. Гребешок на бок. Все, все, не волнуйся, все хорошо. Ты любимая, буквально любимая. Какой у тебя, подожди, хомутик? Вот красный хомутик, означающий 2023 год. Все. Все, 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 все. Идем на место. Идем на место. Все нормально. Вот так, друзья. Оператор. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Пока.